Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с ведущими блогерами и представителями интернет-сообществ. На мероприятие были приглашены более 100 блогеров, в том числе участники форумов «Наследники Победы» и «Я гражданин Подмосковья». В рамках встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества представителей власти и блогосферы. Гостехнадзор проверил чистоту и порядок на детских площадках «Видном». Проверка выявила неисправность игрового оборудования двух детских площадок на проспекте Ленинского комсомола. На управляющую компанию ЖКХ Ленинского района и администрацию поселения были составлены протоколы об административных правонарушениях. «12 октября в холле Центральной районной библиотеки Ленинского муниципального района по адресу город Видное, улица Заводская, дом 24, открылась выставка «Хлам-арт» или «Вторая жизнь вещей». В экспозиции представлены поделки из вещей, уже сослуживших свою службу, но оживленных руками умельцев. «Спарта» и компания уверенно обыграла московское «Динамо» в матче премьер-лиги чемпионата России. Баскетболистки столичного «Динамо» не смогли устоять под напором «Спарты». Со счетом 78-54 в пользу нашей команды завершилась игра в рамках регулярного этапа премьер-лиги чемпионата России по баскетболу среди женских команд.